aggravation and guile in your little smile. Mona Lisa, oh Mona Lisa, please love or leave me, but don't deceive me a while with your little smile. Have I got to lose you? I just amuse you, Mona Lisa, oh Mona Lisa, my heart you're vamping, you know you're cramping my style with your little Нет. Ничто не заставит меня забыть, что я Поль Альбер Ленуа. Я с ума сойду, папа. Нет, у меня нервы не выдержат. Вот ваше кресло. Садитесь и ждите. Чего, собственно, уважаемый зять? Адольф, я уверена, что ты меня поймешь. Нет. Раз уж вам, дорогая сестра, все равно придется участвовать в семейном совете. Нет, ну подумать только, именно сегодня, когда явилась эта Палета. Столько лет мы ее не принимали, но решили, наконец, ей все простить, раз она уж вышла замуж за князя, стали княгиней Бореску. Ну, признайся, ты не ожидала, что она окажется таким красавцем. Разве? Я не обратила внимания. Впрочем, ее личная жизнь нас не касается. Нет, но какой ужас! Как только эта падшая женщина переступила порог нашего дома, она сталкивается с полицейским. Полицейским, который пришел арестовать папочку. Нашего папочку. Что? Что это, су?
сон или недоразумение? Или старик действительно все еще такой бойкий? Кошмар, княгиня, такие неприятности в присутствии вашего супруга. Князь в восторге. В восторге? Он обожает подобные штучки. При всех, что я могу освободить виконта Казат от его обязательств. А я запрещаю расторгать эту помолвку и настаиваю на этой прелестной партии. Брак задуман мной, и он состоится. Мне кажется, дорогой тесть, что вы не вполне ясно представляете себе создавшееся положение. Почему? Вполне ясно. Положение дурацкое. А вот именно. Да-да, положение. Так вы говорите, вся эта история свалилась на вас с княжней? Совершенно неожиданно. Я не буду извиняться, но мне до светских условностей. Тем не менее, я хочу поблагодарить князя Бореску за его своевременное вмешательство, без которого ваш отец Виктор уже сидел бы в тюрьме Пон-Левек. Ну вы с ума сошли, Адольф. Никогда бы я этого не позволил. Мое почти невольное вмешательство дает вам, увы, лишь краткую передышку. Полицейский инспектор согласился провести ночь под вашим кровом, но с восходом солнца он выполнит приказ, он не имеет права ослушаться. Ну, вам-то он не откажет, Бувон. Если бы вы знали, как действует княжеский титул на полицейских. Они ужасные снова. Ну что, Адольф, как будем решать? Тайным голосованием? Я протестую. Я против голосования. Для того, чтобы иметь законную силу, семейный совет должен быть под моим председательством. И кроме того, не члены нашей семьи. Ты, я готов удалиться. Виконт Шарль Огюст Казет должен был послезавтра отпраздновать помолвку с нашей дочерью Мари Бланш, но так как судьбе было угодно, чтобы мы одновременно с ним узнали о постигшем нас несчастье. После того, как семейный совет вынесет решение, виконт сам решит, согласен ли он на этот брак. Не проболтайся, мой полицейский, бабу остался бы в неведении. Дедушку увезли бы в наручниках. А вы бы нам объявили, что у него болит голова. У меня действительно болит голова. Мы должны принять решение и сохранить незапятнанным имя Ленуар, которое мы все носим. У нас мало времени. Вся ваша семья в сборе? Нет. Брат Мари Бланш, наш сын Гийом приедет позже. Он служитель офицерской кавалерийской школы в Сомюре. А усопшие? А все наши усопшие? Я хочу, чтобы они были сегодня здесь. Валентин, Люсьен. Я вызываю их. Я вдова графа Козет. Мы поженились 3 июля 1914 года. А 17 августа мой дорогой супруг погиб смертью храбрых, ведя своих солдат в бой с превосходящими силами противника. Я была замужем 6 недель, из них 3 недели военного времени. Бедняжка, вы так и остались вдовой. Именно так, ибо мой дорогой супруг видит, как я без него живу на земле. Для него. Ем блюда, которые я терпеть не могу, ибо Люсьен их любил. 20 лет меня от них тошнит, но я их ем, чтобы, глядя на меня, он радовался. Например, шпинат со сметаной или бараньи мозги.
Мне тошнит, но я ем, чтобы он радовался любимому блюду. Представляю, как ваш юный супруг с неба наблюдает, как его красавица-невеста превращается в старую даму. Да. Будь жива наша мама, нам не пришлось бы пережить столь неприятный вечер. Я должен вас предупредить, ровно в 11 часов я ложусь спать. Я не намерен менять своих привычек. Замолчите же! Вы говорите со мной непозволительным тоном, сударь. Виктор, нам надо принять решение. Ну, бред какой-то. Просто как дурной сон. Ущипните меня. Когда во сне меня мучили кошмары, я кричал, Валентина, Валентина. Твоя мать щипала меня, я успокаивался, снова засыпал. Валентина, Валентина! Нет, это выше моих сил. Если папочка будет вопить так всю ночь, я не выдержу. Дорогой папа, поскольку нам надлежит в короткий срок принять ответственное решение, я полагаю, что председательствовать мог бы Адольф, взяв себе в помощники этого молодого человека, который, вероятно, сомневается уже, стоит ли ему с нами родниться. Да, вот именно. Я должен вам сказать... Замолчи, Шарль Агюст. Вас в крайнем случае можно заменить. Как? Не спросив меня? Ну, я не так уже цепляюсь за Шарля Агюста, но... Дорогая Мари Бланш, тебе вообще, бедняжке, не придется быть слишком разборчивой. Если нам не удастся спасти дедушку, кто вообще согласится на тебе жениться? Но за Мари Бланш как-никак миллион годового дохода. Однако, ваш нотариус говорил о значительно меньшей сумме. Речь идет не о том, что мы предложили, а о том, что могли бы дать. Я могу выйти замуж вообще без всякого приданного. Не думаешь ли ты, деточка, что это легче? Послушайте, что тут произошло? Хотите совет? Бабо, вы великолепны. Имеете в виду, бабу, подлинный знаток человеческих душ. Ну что, Лулот, какой я знаток? Неужели вы еще жалеете, что поехали со мной? Мадам, в нашем положении... Вы хотите внести ясность? Отлично. Итак, глава нашей семьи, Поль Альбер Ленуар, был впервые приглашен. Начинается эта сказка про белого бычка. Хуже следователя, честное слово. Прокуратуру 22 мая 1935 года, где ему было объявлено, что некий Делагаль, служивший когда-то у нас и уволенный за пьянство, вы помните, обвиняет его в... Как бы это сказать? В оскорблении нравственности. Да. И в изнасиловании. И в изнасиловании его дочери Лилиан, 17 лет от роду. Эти слова, дети мои, только запутают все и ни к чему не приведут. И в них все горе. В этих словах. Если бы Валентина... Уверяю тебя, папочка, что при подобных обстоятельствах тебе лучше не тревожить память мамочки. Как? Дедушка Лилиан! Ну, это же невозможно. Замолчи, Мари Бланш. А можно узнать, где и при каких обстоятельствах произошла вся эта катастрофа? Ну, судя по тому, что говорит полицейский, подробно изложивший мне обстоятельства дела. Папа устроил на заводе
неподалеку от кабинета комнату небольшую с диваном для отдыха после деловых завтраков. Вот именно там все и произошло. Поль Альбер Ленуар прислал приглашение молодой особе, которая явилась к нему в надежде получить работу. Получить работу. Представляете, какие шуточки будут отпускать журналисты, как только история попадет в газеты? О, Боже. О них я и забыла. Ко всему еще и журналисты. Ну и что, подумай, журналист. Естественно, что обвинения нет свидетелей, но, выйдя из той комнаты, в коридоре молодая особа потеряла сознание. Да. Ее привели в чувство машинистки. А она твердила, как во сне, не троньте меня, не троньте меня. Возможно, это было притворством. Если свидетелей нет, тогда дело простое. Все отрицайте. А что? Что я должен отрицать? Мой тесть во всем сознался. Ни в чем я не сознавался. Просто объяснил следователю все обстоятельства дела. Он, кстати, оказался не глупым, он мне сам сказал. Вы совершенно правы, месье Ленуар, чисто мужские дела. Я вам скажу, дети мои, мне сейчас хочется на все плюнуть и уехать. Все, завтра я уезжаю в Китай. К сожалению, за этой дверью вас ожидает полицейский с парой наручников. Артанс, я схожу с ума? Я схожу с ума. Ты не заслужила этого. Спасибо. А при чем здесь наручники? Так полагается, если хотите, по этикету. На рассвете в наручниках тебя отправят в городскую тюрьму Пон-Левек. Где и будешь ожидать суда? И суд может оправдать вашего отца. Даже если вас оправдают, газеты прежде раструбят по всему миру об этом процессе. А вы пригрозите газетам, что мы перестанем печатать нашу рекламу в них. Ликер Ленуар тратит 7 миллионов в год на рекламу. Такой доход для них на улице не валяется. После того, что произошло, мы никому не сможем диктовать свои условия. Да, судя по всему, нашему делу конец. А Лилиан, она была такой милой девочкой. А почему ты говоришь, была? Она не умерла. Лучше бы она умерла. Мне стыдно будет смотреть ей в глаза. Замолчи, Мэри Бланш. Замолчи! А она не сопротивлялась? Нет, говорят, она испугалась. Но она могла испугаться, это бывает. Хотела бы я знать, что об этом думает Валентина. Оставьте, наконец, в покое мою маму. Бедная женщина, она все это видела с небес. Адольф, неужели нет ни малейшей надежды уладить все дело? Ну, честное слово, к чему все эти разговоры? Что сделано, то сделано. Отец несколько раз ходил к де Лагале. Ходил. И каждый раз предлагал что-то, чтобы меня оставили в покое. В последний раз даже очень много. И что долагали? Потешался. Как это потешался? Он отказался от всех папиных предложений. Но если я не ошибаюсь, они, по-моему, очень бедны. Нищие. Ничего не понимаю. Но я вам повторяю, это совершенно идиотская история. Всякий раз, как я приходил, этот долагаль хотел, чтобы я пил с ним. Угощал меня такой дрянью. Черт знает что, у меня совершенно испортился желудок. Ненормальный какой-то. Я на вас, честно говоря, злобы не имею, месье Ленуар, но в жизни за все нужно расплачиваться. Но вы же хотели расплатиться и, наверное, предлагали хорошую цену. А мне ваши деньги не нужны, я хочу упрятать вас в тюрьму. И не то, что я перестал вас уважать, месье Ленуар. Нечего было Лилиан поддаваться, дура она. К тому же вы или кто другой поздно или рано. Но, папа. Но в тюрьму я вас упрячу, потому что в жизни за все нужно расплачивать. Даже следователь сказал, что я жертва маньяка.
В жизни за все надо расплачиваться. Вот почему вас увезут в наручниках. Представить себе, что отца арестуют в наручниках под конвоем, повезут в тюрьму из-за такой истории. Это же совершеннейший бред. Бред? Ну, бред. Я вот уже 3 недели я твержу об этом следователю. Это бред. Итак, суд состоится, а вы хотите его избежать. Ну, именно. Суд в нашем департаменте. Есть простой выход. Простой. Суд не состоится. И Сильвар не идет в тюрьму. Нет, вы великолепны. Согласились, что Бомбо просто великолепен? Ну и каков этот выход? Смерть Поля Альбера Ленуара. Валентина. Валентина. Нет, мсье Ленуар, вам это не снится. Если, конечно, вы не считаете дурным сном всю нашу жизнь, весь путь человека на земле. Помните, мсье Ленуар, ту минуту, когда вас еще вот таким мальчиком осенило? Я живу, меня могло бы и не быть, и я умру. Не помните, а я помню. Я тогда даже потерял сознание. Это было слишком тяжело для ребенка. Во всей Европе нет более разочарованного человека, чем Бобо. Да. Да-да. Но мы все топчемся на месте. Не скажите. Выход был предложен. Не суйтесь не в свое дело, молодой человек. Простите. Я больше не раскрою рта. Надеюсь, от меня не станут требовать, чтобы я еще заткнул себе уши. Я умоляю вас, объясните мне, наконец, ну зачем? Зачем папочка все это сделал? Ну, хочешь верь, хочешь не верь, дочь моя, я не знаю. Произошло совершенно неожиданно, словно обухом меня ударило. С какой стати явилась к тебе эта Лилия? Не знаю. Вы уверены, что она вас не спровоцировала? Эти особы способны на что угодно. Эти особы. А ведь мы и наши дети могли быть так счастливы. Мари Бланш должна была выйти замуж. Гийом стать кавалерийским офицером. Виктор, ну, Виктор радовался вообще. Возможность революции больше не верили. И, наконец, мы же только что купили виллу на взморье в Давиле. Сколько раз я вам обещала, Бобо, когда вы были в тревожном состоянии. Мы поедем в Нормандию, и вас умилит наше спокойное, безмятежное семейство. Но у меня нет другой семьи, кроме вашей. Мой отец умер таким молодым. Знаешь, дорогая, мы в этом не виноваты. Валентина не выносила выхода к твоего отца. Правда, никогда не забывала, что он ее брат. А потом и мама умерла, когда мне было 16 лет. И с тех пор вы не бывали у нас? Нет. А! После того, как ты сбежала с жандарм. Прошу прощения. Не волнуйтесь. Бабу знает всю мою жизнь. Он даже знает моим рассказам, какая мебель стоит в этой гостиной. Мария Тереза, вы помните? Когда мы были маленькими, мы играли здесь, вы меня били, а я плакала. Дайте-ка мне фамильного ликера. Мне вдруг взгрустнулось. Я от всех этих волнений очень проголодался. Мария Бланш, принеси печенье.
Спасибо. А мы-то так заботились о твоем здоровье, папочка. Да, а мы-то все гадали, предполагали, что тебя ожидает. Рак, грудная жаба, ишемия, рассеянный склероз. Теперь мы знаем, что за болезнь его ожидает. Гильотина. Нет, хватит, довольно. Достаточно, я не разрешаю. Я не позволю вам над собой измываться. Пока я жив здесь хозяин, я, во-первых, ты сядь. Так вертишься, что у меня голова уже закружилась. Вы молчите, пока вас не спрашивают. Вот уже 40 лет, как я командую в этом доме. Вот уже 40 лет, как вы не командуете в этом доме. Что вы хотите этим сказать? 40 лет здесь командует совсем другой человек. Не вы, а моя покойная теща. Увы. Почему увы? Да почему увы? Была бы мама менее властной, папа теперь не вел бы себя, как мальчишка, дорвавшийся до свободы. Как ты смеешь порочить память мамочки, да еще в такой вечер? Ну ты бы посмотри на себя, не тебе же говорить. Поосторожней выбирай слова, Мари Терез, поосторожней, если надеешься, что мы в будущем будем ходить друг к другу в гости. Что вы хотите сказать? А что вы намекаете? Как ваша фамилия, Адольф? Мне пока нечего стыдиться моей фамилией. Меня зовут Робек Ленуар. Неправда. Вас зовут просто Робек. Вы лучше кого-нибудь другого знаете, что постановление, опубликованное в журнале «Официель», дает мне право носить фамилию Ленуар. А кто вам дал это право? Ваша матушка, когда она поняла, что у вас никогда не будет семьи, никогда не будет наследника, она не могла допустить, чтобы род Ленуар прекратил свое существование. Спасибо, золотко, Мари Бланш. Вот ваше кресло, садитесь. Спасибо, душенька, Мари Бланш. Спасибо. Я умираю от жажды. Как-то вечером в Нью-Йорке шел снег, и я заказала ликер. Наш ликер, ликер Ленуар. Я сидела в баре. Я думала о всех вас, вспоминала о своем детстве. Бармен утешал меня, и я выпила всю бутылку. Как мне было плохо. Весь вечер мне было так плохо. Одним словом, я отравилась нашим ликером. Всего-то один вечер. Мне этот ликер испортил все дни моего существования. Даже в армии товарищи смеялись надо мной. Стоит взглянуть на тебя, Ленуар, уже косеешь. Некоторые острили, что моя голова по форме напоминает наши бутылки. Я стал отшучиваться. Сначала превратил в шутку наш ликер, а потом и всю жизнь. Даже романы начинал с того, что посылал дюжину бутылок ликера. Виктор, почему тебе никогда не хотелось создать собственную семью? А для чего? Чтобы в один прекрасный день выдать дочь замуж и принять в семью такого вот... Сударь. Виконта. Виктор. А ведь он не призрак, он здесь. И с этим ничего не поделаешь. Я требую объяснений, сударь. Ты обязан объясниться, Виктор. Я буду краток. Семейный совет поручил мне изучить ваше прошлое, ваши привычки и ваши долги. Но ведь ваш отчет семейному совету был благоприятным. Мало ли, что я мог ответить семейному совету, да еще имея поручительство Ортанс. Ведь заботу о счастье Мари Бланш мне никто не поручал. Безусловно. А я безоговорочно доверилась решению семейного совета. С таким именем и приданым, как у тебя, Мари Бланш, брак имеет прежде всего общественное значение. Но не можем же в самом деле мы доверить тайну первому встречному. Какую тайну? Тайну, которая имеет право раскрыть только семейный совет. Секрет изготовления ликера Ленуар.
Этот секрет составляет приданое Мари Бланш. Таким образом, секрет изготовления ликера не позволяет членам нашей семьи жениться, как... Не позволяет членам нашей семьи вступать в брак безрассудно. Меня также выдавал замуж семейный совет. И я не жалею об этом. Ну, ты-то никогда ни о чем не жалеешь. Ох, Адольф, это судьба. Поверь слову своей матери, что ты точно так же будешь выдавать замуж своих дочерей. Давай им в приданое секрет изготовления ликера. Но я согласна. Вот так и превращаешься в дрессированную зверушку, проделывающую перед остальными членами семейного зверинца свой очередной цирковой номер. Виктор. Удивительно. Удивительно. С каким мужеством все в этом семействе корчит из себя порядочных людей. А мне, например, удалось быть порядочным только один раз, когда мама объявила, что намерена меня женить. После непродолжительной беседы она и решила, что носить фамилию Ленуар будет ее зять. В тот вечер мы окончательно договорились, что моя жизнь будет загублена так, как я этого захочу. По-твоему, жениться и иметь детей – это означает загубить свою жизнь? Девушки, среди которых мама позволила мне сделать выбор, наводили на меня тоску. Например, мама предложила мне Ортанс. Меня? За вас? Я надеюсь, что это шутка, Виктор. К тому же меня ждет на небе Люсьен. Увы, это не шутка. К тому же вы ничего от этого не потеряли. Ваш брат Адольф воспользовался всеми вытекавшими отсюда решениями, чтобы обобрать меня. Обобрать вас? Вы лишили меня всех прав на причитающийся мне основной капитал. Ну, раз ты сам отказался быть отцом законных детей, но естественно, что капитал основной должен был остаться в семье. Подожди, помолчи. Разве наша фирма не выплачивает вам регулярно причитающуюся вам часть прибыли? К тому же Адольф не в пример иным работает. Да. Он многому у меня научился. Но, по-моему, следует объяснить князю, что Виктор как-то всегда стоял у нас в стороне от семейных дел. Он у нас вроде бы министр изящных искусств. Даже ваша матушка нашла, в конце концов, оправдание этой вашей деятельности. Вы всегда любили спорт, скачки и то, что в присутствии детей мы называли танцами. Но когда нам приходила в голову нелепая мысль поразвлекаться, его матушка говорила: нет, нет, оставьте. Это по части Виктора. Теннисные турниры, состязания в гольф, карточные проигрыши, внезапные заболевания, внезапные выздоровления, фотографии в светской хронике, приезды, отъезды. Все удел Виктора. Все удел Виктора. Вам приходилось развлекаться. Как она говорила, что позволяла всем остальным работать с утра до ночи, не подвергаясь искушениям. Вы всегда, всегда были нашим представителем в мире развлечений. Неужели вы думаете, что я от хорошей жизни вот уж 20 лет не перестаю кутить? Я хотел стать инженером, а мама воспротивилась. Для того, чтобы управлять ликерным заводом, Ленуару совершенно не нужно иметь диплом инженера. Я всю жизнь жалел, что я не окончил институт. Мари Бланш, это мне-то обязано, что учишься на медицинском. Это я отвоевал твои права на семейном совете. Само собой разумеется, если ваш брак состоится, она не сможет продолжать. Могу ли я допустить, чтобы будущая графиня Казетта общалась со студентами Латинского квартала? Я буду сожалеть не о студентах Латинского квартала, а о милых покойниках, которых она томировала. Ой, если бы вы знали, как приятно общаться с телами, переставшими суетиться. Как хорошо и спокойно я себя чувствовала со своими трупами. Какой ужас, замолчи. Она сошла с ума. Ну, а вы, Адольф? Адольф, когда вы себя чувствовали хорошо и спокойно? Да? Как прикажете вас понять? Вам не кажется, что мы все подобны маленьким островкам, ничем между собой не связанным, живущим каждый для себя?
А? Островков много, и они все образуют архипелаг. Архипелаг Ленуар. М? Бабола, скажите что-нибудь неожиданное. Смотри, Мари Бланш, вот начало семьи. А как иначе? Семейство Ленуар. Масса маленьких обособленных островков. Островок Мари Терес. Перестань, Виктор, ну что? Островок Адольф. Островок, островок, островок и островок Виктор. Посреди целого моря ликера. Вы никогда не упустите случая позубоскалить, Виктор. Что ж поделаешь, если вы все мне смешны. Тихо. Он заснул. Он всегда в это время уже спит. Если бы он так заснул навсегда. Я сейчас помолюсь, чтобы он больше не просыпался. Вы думаете, что молитвы достаточно? Ну, не можем же мы его убить на самом деле. А почему бы и нет? Вы бойкий юноша. В наших краях установилась традиция не убивать стариков. Обычай требует, чтобы им давали состариться. Что вы делаете завтра вечером, Виктор? Завтра? Приглашен в Довиль, как всегда, казино, бал, маскарад. Как вы объясните вашим друзьям арест вашего отца? Обращу все в шутку. Именно так, в шутку. Все эти мерзавцы приедут на суд. И это будет ваш самый многолюдный прием. Я не хотел вас пугать. Я не рассказал вам о своем последнем разговоре с доктором Бушоном. Ваш отец приговорен к смерти врачами. Адольф. Сердце может остановиться сегодня или завтра. Он может прожить еще месяц или два. Если ему очень повезет, то 2 года. Что это меняет? Он все равно умрет. А ведь доктор Бушон никогда не ошибается. Но мы же не можем ждать. Ни месяц, ни 2 месяца. Папа ничего не подозревает? Доктор Бушон обманул его. Он сказал ему, что он проживет до 100 лет. Я просто искал случая предупредить вас об этом. Ой, бедный папочка. А ведь если бы он умер сегодня, мы бы ему все простили. Но в самом деле ведь не может же 10-минутное заблуждение зачеркнуть всю жизнь. Достаточно секундного заблуждения. Вот за этой ширмой я за считанные секунды преобразилась точно в цилиндре фокусника. Виктор, вы ничего не помните? Ну, что было за этой ширмой? Виктор затащил меня туда со словами: идем, деточка, я покажу тебе, откуда аисты приносят детишек. Как сейчас, слышу ваш голос, он был совсем не тот, что сейчас. И это все? Абсолютно ничего не помню. Как вы полагаете, Бобо, если то, что осталось от маленького мальчика, ничего не помнит, идет ли эта история в счет на страшном суде? Мальчик отправится в ад. Умри я 10 лет от роду, я был бы сейчас ангелом. А теперь
вы должны отправиться в ад. Есть такая опасность. Значит, вы должны разрываться надвое. Это как минимум. Адольф, ну, может быть, мы его все-таки разбудим? Посмотрите на человека, которого от нас отделяет сон. Не задаете ли вы себе, как и я, вопрос, на что он может годиться? Бобо, но мой папочка был счастлив. Вот и непонятно, как он мог быть счастлив. А умри он сейчас, он даже не знал бы, что жил. Тогда бы не было бы суда. Адольф, каков точный диагноз доктора Бушона? С ним немножечко заснул. А который сейчас? Пом. Забыл об этой дурацкой истории. Месье Ленуар. Мне не следовало просыпаться. Все бы тогда устроили. Все, да не все. Сюда бы, конечно, не было. Ну хорошо, но нельзя что-нибудь придумать-то. Ну, предпринять какие-то энергичные контрмеры. Ну, в конце концов, бывают же судебные ошибки. Из которых всегда выходишь замаранным. Если бывает, что ошибочно осуждают, то могут и ошибочно оправдать, тем более, что в данном случае ошибка ваша была бы мнимая. Да, но что сделано, то сделано. Но в глазах Господа Бога. Не надо впутывать сюда посторонних, и так дело очень сложное. Допустим, что вы умерли бы сегодня вечером, и правосудие сдало дело в архив, ничего не сообщив вашей семье. И тогда вы бы остались человеком абсолютно не похожим на того человека, каким вы являетесь в настоящий момент. Разумеется, осужденный, который умирает ради спасения чести своей семьи, это совсем не то, что преступник, осужденный судом. Да, но многое зависит от того, когда и как вы умрете. Или же вы умрете вот от разрыва сердца в этом кресле, или же ваша любовь к приключениям увлечет вас на каторгу. На каторгу? Да. Если еще существует правосудие, то на каторгу. Ну, хорошо. На каторгу, так на каторгу. Во время этого злополучного дела, когда нас обвиняли в мошенничестве, несправедливо обвиняли в мошенничестве со спиртом, и государственная монополия хотела нас разорить. Разве вы сами не говорили Валентине, что если дело не уладится, то вы исчезнете? Да, но все устроилось. К тому же я говорил, что исчезну для того, чтобы успокоить Валентину. Неужели ты примирился бы с нашим разорением? Нас ждет полное разорение. Мы потеряем все. Состояние, имя. Над ликером, носящим имя Ленуар, нависла смертельная опасность. Ах, детки, сколько я вам доставляю неприятностей. Простите меня. Папа, тебе все давно простили. Спасибо, дети. К тому же теперь я могу вам сказать то, что сообщил мне доктор Бушон. Адольф, имеешь ли ты на это право? Теперь уже все равно. Честь диктует право. А что такое честь? Честь — это... Тут не может быть разнотолков.
А что сказал доктор Бушан? Вы приговорены к смерти. Как? До суда? Через несколько месяцев, не больше, ваше сердце перестанет биться. Меньше. Меньше. Как это перестанет биться? Доктор Бушон сошел с ума. Нет, такого здоровяка, как я. Я хочу жить. Хотя, честно говоря, я уже как-то запамятовал, что такое смерть. Ну, доктор Бушон. Я хочу жить. Так, Сергей. А когда есть деньги, каторга, наверное, не так уж и страшна. А без чести? А я же буду жить среди каторжников. Какому же каторжнику придет в голову упрекать другого каторжника в том, что он каторжник? Но мы-то будем продолжать жить среди наших друзей. Значит, вам будет не так плохо, как мне. Но нас все время будет мучить сознание, что ты находишься на каторге. По правде говоря, я даже не знаю, где находится каторга. Это далеко? Очень далеко. Ой, как хорошо, что моего мужа нет в живых. Боже, до чего мы дожили. Я говорю, что нет моего любимого мужа. А вас не смущает, что вы до сих пор влюблены в своего мужа юношу? А вы в маленького Виктора. Я? Я никогда не была влюблена в Виктора. Просто я ему обязана своим успехом в жизни. За этой ширмой я поняла мужчин, свои отношения к ним. Виктор, вы предлагали мне жениться. Вот почему мама никогда не хотела, чтобы ты воспитывалась в нашем доме. Неужели твоя мать не хотела своему сыну в жены княгиню? Но ведь вы лишь благодаря замужеству... Ну, тогда женщину, которая смогла выйти замуж за князя. Виктор, а вы бы сейчас еще предложили мне? Ну, дорогая моя... В присутствии князя вы можете быть совершенно откровенны. Князь с ней ревнует. Хотя его все считают ревнивцем только потому, что он убил человека, который пошел в мою жизнь до него. Как, вы убили человека? Живого? Баба, вы должны все рассказать. И вы на свободе. У бабы вообще никогда не было из-за этого неприятностей. Я тогда жила с лордом Бельтамом, очень красивым человеком, только что вернулся из Индии. Он меня боготворил. Боготворил, как... Ребенок боготворит свою мать. И вот однажды Бубу, который тогда уже был моим старым другом, вдруг очень рассердился и убил лорда Бельтама на дуэли за меня. Об этом узнала вся Европа, и ему пришлось на мне жениться. Так вот объяснение этого брака. Все нашли, что баба поступил очень благородно. Лишь много позже они узнали еще, что лорд Бельтам завещал мне все свое состояние со всеми поместьями в Индии. Ровно за неделю до дуэли. Бедный Бобо. Вы выпили лишнего, Лолот. Опять этот чертов ликер. Сегодня, конечно, исторический день в моей жизни. А вот с моей-то. Какими вы все оказались? Какими вы оказались трусливыми, аморальными? Мораль смельчаков также слепа, как мораль трусов. Какова же ваша мораль? У меня ее нет. У меня только большой опыт. Бобо, расскажите вашу жизнь. Это мой любимый роман. Тихо, тихо. Смотрите, бабочка.
Да чего же отдыхаешь, вот глядя на такую бабочку? У нее, по крайней мере, нет ко мне никаких претензий. Отныне я буду жить среди бабочек, деревьев и собак. Ни одного человека, ни одного существа, которое было бы на вас похоже. А тюремные сторожа? А надзиратели, которые, возможно, будут тебя бить? А кандалы на ногах? Вас будут кормить тухлым мясом. Бедный дедушка, все обвиняют его и виноваты во всем жизнь. Он зеленуар, как вы будете несчастны. Ничего, я сменю доктора, добьюсь пересмотра, с хорошим адвокатом можно затянуть дело на год, на два. А там можно уже умереть и при докторе Бушоне. Раз уж все равно суждено умирать, не лучше ли умереть до... До чего? До ареста. Не правда ли? А вы с ума сошли, а где же мне успеть-то? Даже в моем возрасте нельзя смертельно заболеть за 2 часа. Неужели вы откажетесь пожертвовать несколькими месяцами жизни, которые у вас остались? А нет, 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 нет. Вы с ума сошли. Ну, к тому же и возраст солидный, и вам не о чем будет жалеть. Но в твоем возрасте, папочка, наша мамочка уже ушла от нас. Ой, никто не хочет умирать. Да, кажется, сегодня я сама на вашем месте. Правда, что стало бы с моей собакой? Вы, в общем-то, не торопитесь отправиться к любимому мужу. В хорошем же вы будете виде, когда он бедный вас дождется. Боже мой, мне только сейчас пришло в голову, что мне завтра нечего будет надеть. Я-то приехала на помолвку. Вы будете продолжать жить? И это кресло будет пустовать? Вы все будете смотреть на него? Вы будете живы, а я буду где-то там? Нет, я не хочу. Я не хочу, чтобы мое кресло опустело. Вы когда-нибудь думали о том, что могли бы никогда и не сидеть в своем кресле? Нет. Когда вы родились? 21 февраля 1862 года. В 10 часов утра. Да. Так вот, обалделый младенец, который в 10 часов утра открыл глаза на свет Божий, мог оказаться девочкой, и дедушка Ленуара не существовало бы вовсе. Ну и что вы хотите этим сказать? Вместо вас не было бы ничего. Ничего до, ничего во время, ничего после. Никогда ничего вас могло бы не быть. Могло. И все-таки вы отказываетесь умереть. Отказываюсь. Подумайте, сколько детей могло бы родиться, но никогда не родятся. Одна из этих неродившихся душ могла быть мсье Ленуаром. Уж не от того ли, что я пьяна, жизнь мне кажется чудовищно несерьезной. Во-первых, у вас руки в крови. Перед вами преступник, который толкает вас на преступление. Я не понимаю, а почему вы так заинтересованы в моей смерти?
Бубо бескорыстный человек. Но вы не станете утверждать, что женились на Лолот бескорыстно? Совершенно бескорыстно. Но я боюсь, что мы с вами говорим о разном бескорыстии. Жизнь так же опасна и азартна, как игра в покер. Всегда хочется передернуть, поставить на карту, выиграть. Взгляните на жизнь, словно вы впервые смотрите на игру в карты, на картежников, безумцы и только. Поэтому с величайшей энергией я стараюсь от всего освободиться. Есть классическая последовательность. Сначала теряет интерес к друзьям, потом к женщинам. Наконец, самые мудрые теряют интерес к самому себе. Я хотел бы умереть в тот момент, когда я окончательно потеряю интерес к жизни. Пусть в этом будет смысл моей смерти. Я принял решение. А все, я придумал, как все уладить. Как же? А я женюсь на Лилиан. А Валентина? Вы что, с ума сошли? Вы сошли с ума? Папа, ей же 17 лет. При желании можно найти прецеденты. Пока я жив, этому браку не бывать. Это пока живы вы. А как насчет меня? У кого ты будешь просить руки, папа? У полицейского? Нет, теперь мы в западне. Папа, папочка, ты станешь, ты осмелишься просить руки у этой девчонки? Без согласия семейного совета? Пойдемте, Лолот, поскольку мсье Ленуар не желает на себя принять ответственность за эти 10 минут. Я ничего не желаю принимать. И не хочет принять на себя моральный риск самоубийства. Вы мне надоели с вашими принятиями. Ну, тогда взбунтуйтесь, перемените образ жизни, воспользуйтесь, наконец, своим богатством. Уезжайте сегодня же ночью, очтитесь на другом конце света с новым прошлым. И с новым будущим. Морально самоубийство оправдано. Остальное дело техники. Вы чудовище, сударь. Вы, очевидно, готовы действовать. Угрызение совести налицо. Дорожайший месье Ленуар, вы хорошо запомните расставание с этой планетой. Отрешенность от земных благ. Расскажете, на чем вы решили? Дайте мне спрятаться в шкаф. Неужели, когда я умру, ты не заплачешь? Поздно ей суждено плакать на ваших похоронах. Я отрываюсь от архипелага Ленуар и становлюсь плавучим островком. И очень сожалею, месье, но отныне я буду жить жизнью обыкновенной девушки. Вы в кого-нибудь влюблены? Нет, ведь я же была Мари Бланш Ленуар. Будь я дочерью молочницы, я бы нашла себе парня по вкусу. И очень бы скоро узнала, какова на ощупь бывшая дочь миллионера. Мари Бланш! Я плавучий остров. Не отходи от нее ни на шаг, она способна наделать глупости. Только не медлите. Вы любите меня, дети?
Ну, дайте мне бежать. Тебя будут судить заочно, папа. Я отупел от усталости. Какая трагедия. Ну, представьте себе, что вы капитан тонущего корабля. Вы знаете, представить себе чужую смерть легко. А зачем я жил, если нужно умирать? Я же собирался долго жить. Зато на каторге вы умерли бы в одиночестве. А сейчас в кругу семьи. Папочка. Оставьте меня наедине с вашим отцом. Ты что? Ты уходишь? Адольф, не будь с ним слишком грубым. Ему так горько. Пойдем, пойдем, помолимся. Пойдем. Пойдем. Да простит тебя Господь. Пойдем. Ой. Валентина! Валентина! Вам придется выбирать. Либо слезы вашего отца в течение 5 минут, либо улюлюканье толпы нам в спину в течение всей нашей жизни. Виктор. На этот раз, кажется, действительно постучали. Задержите полицейского любой ценой. Виктор. Попробую его напоить. Да. Валентина. Адольф, ну что же с нами будет? Я помогу вам. В чем? Помогу оставить о себе светлую память. Вы ведь верите в Бога? Ну, конечно, верю. Я сегодня обещал кюре прийти в церковь. А так завтра вы увидите не кюре, а самого Господа. Вся эта история произошла из-за того, что Лилиан нагнулась на этом поле. Лучше бы я в этот день сломал себе ногу. Я ставлю себя на ваше место. Это все так говорят, но пистолет-то у вас. И когда раздастся выстрел, вы будете. Меня уже не будет. Но вы останетесь жить в нашей памяти. Да, в памяти. Я, конечно, я останусь жить, но самого-то меня не будет. Клянусь вам, у меня разрывается сердце, хотя это не в моем характере. Я уважаю вас как никогда, мсье Ленуар. Одна минута мужества. Вы знаете, чтобы убить себя, нужно же целая вечность мужества. Посмотрите, вот у вас даже дрожит рука, а вы ведь только думаете о том, что будете присутствовать при моей смерти.
поцелуйте меня. Ну, обнимите меня, Адольф. И забудем все. Возьмите пистолет. В этом состоянии испытываешь удивительное одиночество. Я сейчас не могу себе простить, что когда-то мальчишкой убивал мух. Когда его отрываешь от жизни, испытывает страдания. Сейчас. Вместо того, чтобы стрелять в себя, я выстрелю в вас. Вы с ума сошли? Правда же? Правда же, перед лицом смерти жизнь принимает совершенно иное обличие. Месье Ленуар. Верно же. Испытываешь какое-то жуткое чувство одиночества. Вы не выстрелите. Что это даст? А вы не будете страдать от моего бесчестия. Я приказываю вам...
Но здесь все залито солнцем, а совсем не кроме, Бубу. Где же труп? Он растворился? Ну что, Жозеф? Мне кажется, все прошло отлично. День вашего сиятельства будет великолепным. Да. Не облачко на небе. Такая ясная погода, Жозеф, неуместна в подобный день. Если бы был дождь, семейству было бы легче. Да, мадам. Бубу, полицейский будет на вас в обиде. Вы попросили его подождать, а он уйдет ни с чем. А что вам хотелось бы? Что хотите сказать, что полицейский унес труп? Жозеф, где полицейский? Человек, которым изволит интересоваться ваше сиятельство, не будет сегодня завтракать. Я, видите ли, давно интересуюсь воздействием ликера Ленуар на человеческое поведение. Прежде всего, эффект зависит от того, поглощается ли ликер маленькими рюмками или же бутылками. Бутылками, Жозеф? Личность, на которую изволит намекать их сиятельство, начала первую бутылку с некоторым недоверием, затем уже третью попыталась выпить залпом. Кстати сказать, безуспешно. И вот теперь, насколько я понимаю, эта личность должна часов 15 переваривать выпитое, не вполне соображая, что происходит у него в желудке. А потом пищеварение будет продолжаться еще часов 15. И вот тогда лицо будет великолепно ощущать всяческие сложности, происходящие в его верхних, нижних этажах. Что хотите сказать, Жозеф, что полицейский напился до полусмерти? Да-да-да, не надо было торопить так бедного дедушку. Принесите мне яичницу с беконом и канадские виски. Прикажете сюда? Да, я хочу позавтракать спокойно, один. Вы думаете, они не решатся прийти сюда? А мне масло, свежего хлеба и бутылку сидра. Может быть, это неприлично, Бобо, но воспоминания о бедном деде не лишают меня аппетита. Не усыпили полицейского. Сколько раз я убеждала, что этот чертов ликер опаснейшая дрянь. Опять выстрел, Бобо? Нет. Это хлопнула дверь. А может быть, это Адольф покончил с собой? Ну вот! Держите себе в руках. А гостиная вновь стала уютной. Светлый, лучезарный, почти что веселый. Все здесь внушает уважение. А под мебелью кровь? А как вы думаете, интересно, куда они спрятали труп? В рояль? Смотрите, у него совершенно сухие глаза. То, что я вам сейчас скажу, смутит вас, князь. А князь обожает все, что может смутить. Я счастлива. Из-за у молодого человека, что работает молочный? Он не работает молочный, но живя он в соседней деревне, я бы побежала к нему, разбудила бы его и легла к нему в постель. Недели-две она будет безумно счастлива. Вы меня не знаете. Ну, пожалуй, три. Но воспользуйтесь этим. Часто человек упустит даже эти несколько часов счастья и жалеет об этом всю свою жизнь. По крайней мере, у меня не будет ощущения, что я не жила. Это тревожный сигнал, Мари Бланш. Желать, как вы говорите, жить полной жизнью, это значит стремиться вызвать драмы, несоответствующие... Несоответствующие чему? Вашей природе, Мари Бланш. Ну зачем такой мрачный тон с самого утра, Бубу? Пробуйте. Пробуйте, моя милая, все, что может вам понравиться. Живите, живите во всю, говоря на вашем языке. Но только никому об этом не рассказывайте, кроме вашего духовного отца. Правда?
Я не понимаю, как Кюре могут жить спокойно после всего того, что им приходится услышать. Вот я, баба это знает, баба знает все, довела нескольких Кюре до, кажется, ужасного состояния. Вот. Нет, я-то собираюсь одна отправиться по белу свету искать счастье. Совсем одна. Мари Бланш, Мари Бланш, я вам запрещаю покидать замок. Неужели? Виконт, а не умеете находить нужные слова? Жозеф, приготовьте мои чемоданы. Чемоданы для воскресной прогулки, мадемуазель. Браво, Жозеф. Небольшая воскресная поездка. Не возражайте, Виконт, уже сейчас привыкайте к небольшим воскресным отлучкам. В будние дни их не только выигрывают. Я должен сообщить, мадемуазель, только что прибыл в замок ее брат Гийом. Гийом здесь? А-а-а. Он привез великолепные цветы. Для помолвки или для похорон? Идут там приготовления. Приготовления? Приехал Гийом. Чудно. Чудно. Передайте, пожалуйста, моему брату, что я не желаю его видеть. Не смейте никуда уезжать, Мари Бланш. Иначе я силы задержу вас. О, влюбленные! Голубки! Сестричка. Не удержался только что с нашей клумбы. Шарль. Полон безоблачного счастья. Оба вмешайтесь, этот психолог убивает меня. Будем знакомы. Князь Бореску, моя супруга, княгиня Бореску. Очень рад. Мария Тереса, свыкнись с этим, Мария Тереса. Я боюсь. Доверься мне. А их и нет. А где они? Кто? А я не знаю. Живой тот. Но что же происходит, мама? А, ты приехал к ее А птички? Птички все поют, им наплевать на горе людей. Как это ужасно, дорогой Гийом. Расскажите, в чем дело? Нам слишком много надо тебе рассказать. Вы уже в вечерних платьях? Так рано? Не уже, а еще. Может быть, месье Гийом желает позавтракать? Берта только что сбила шоколад. Есть свежая сдоба. Что происходит, Жозеф? Видишь ли, Гийом? Да замолчи ты, Мария. Разыгралась банальная драма. Такие драмы происходят на белом свете каждые 10 секунд. Человек жил и умер. Папа. Ты что? Где папа? Твой отец прекрасно себя чувствует. К счастью. Ибо без него, но он железной рукой держал штурвал. Дедушка. Дорогой Гийом, твой дедушка всю ночь бился в этом кресле. Да, и оперировал дедушку папа. Но почему не вызвали врача? Папе не следовало оперировать дедушку. Ой, это выше моих сил, Артанес. У Адольфа мужества на всех хватило. А Виктор?
Ну, как вы уже видели? Что именно? Солнце. Да, сегодня очень яркое солнце. И нужно же в день, когда у нас наконец не идет дождь. Что происходит, дядя Виктор? Ты еще ничего не знаешь. И да, и нет. А что, собственно, я должен знать? Скажите, Виктор, когда вы их здесь оставили вдвоем... Да? В каком они были положении? Друг против друга. Я не выдержу этого! Друг против друга? Создавшееся положение так, так трудно объяснить. Какое положение? Пожалуй, его легче оправдать. Объяснить его и значит оправдать. Что оправдать? А ведь я все сказала точно, как человек науки. Оправдать. Моментами мне кажется, что у меня останавливается сердце. А сердце дедушки не хотело останавливаться. В этом вся трагедия. Ужасно, да. Ужасно. Особенно если посмотреть друг на друга. У нас такие усталые лица. Да. Удивительно, до чего ваши лица сразу же приобрели подходящее выражение. Да замолчи ты, Мари Бланш. Да. Адольфа все нет. Я не хочу видеть его сейчас. Я тебя не одобряю. Ну, понимаю. И вообще не смотри все время на дверь. Я тебе все объясню, Гийом. А вам советую пойти и принять ванну. Да-да, очень горячую ванну. Что тебе надо, Жозеф? Тосты, месье Ленуар. Жозеф. Жозеф. Как угодно. Мы были неправы, Виктор. У нас было безвыходное положение. Я чувствую, что мы будем сожалеть об этом всю жизнь. Сожалеть о чем? Естественно, люди всю жизнь сожалеют о потере близких. Артан. Успокойся, успокойся, Мари Терез. Самое трудное уже сделано. Успокойся. Что такое? Выстрел. Что это было, выстрел? Или опять хлопнула дверь? Всего-навсего хлопнула дверь. Я требую, наконец, чтоб мне... Гийом. Твой дедушка... Только что умер. Дедушка, дедушка. Артанс, Артанс, уведи меня в часовню. Мужайся, Мари Тереза, мужайся. Валентина смотрит на тебя с неба и одобряет тебя. Она была такой сильной, такой твердой, но я совершенно потеряла голову. Успокойся. Так же, как и бедный старик. Значит, дедушка был болен? Приговорен. Почему же меня не предупредили? Это была кошмарная ночь, Гийом. Успокойся. Теперь он обрел покой. Успокойся. Нет. Это чудовищно. Не кричи. Это чудовищно. Мы преступники. Я никогда вам не позволю. Вы поймите, что мы чудовища. Ты должна обрести мужество. Успокойтесь, тетя Артанс. Думайте о прошлом, а не о будущем. Так именно о нем. Именно о нем я и думаю. Ведь никто из нас не учел, что на небе Ленуара ожидала Валентина. И знала о нем. Ой, Господи, несчастный.
несчастный какой. Ой, мамочка. Ой, какой мамочка несчастный. Хороший. Какой несчастный старик. Не права. Слишком рано. Слишком рано. Рано мы его отправили к Валентине. Рано. Успокойтесь. Может быть, они еще не встретились. Нет, или Валентина очень изменилась, или, поверьте мне, она его поджидала. Она его поджидала и знала о нем больше, чем мы, ведь оттуда сверху. Она все видела, все знала. Что видела? Все, все. Что знала? Ты ничего не понимаешь, так вот слушай. Мари Бланш, не молчи. Я тебе... Гийом, твой отец тебе все объяснит. Да, тем более, что нам неизвестна одна очень существенная подробность. Кто же стрелял? Вот а Валентина. Кто стрелял? Кто Валентина уже знает. Уже знает. Будем же надеяться. Будем надеяться, что стрелял он сам. Возможно, ее тронет. Его благородство, желание встретиться с ней. Может быть, не будем мучить себя идиотскими вопросами. А Виктор прав. Прав. Во всех семьях люди умирают, и наоборот. Да, я держу пари, что твоя помолвка будет радостно отпразднована. Вот увидишь. Виктор! Что? А где же Адольф? Где? Правда, где папа? Ведь он должен был бы сюда прийти. Разве не говорят, что человек всегда возвращается на место своего преступления? Мари Бланш, замолчи. Я прошу тебя, Виктор, не покидай Адольфа в такой минуту, да. Теперь, когда... Да, когда самое трудное уже позади. Бедный Адольф, каково ему, в каком он состоянии? Ну, поставь себя на его место. Я? Преклоняюсь перед ним. Я представляю, каково ему увидеться с нами после всего. Когда он сюда войдет, каждый должен его обнять молча. Я тебе все объясню потом. Он, должно быть, бреется. Должен же он привести себя в порядок, чтобы выглядеть чище. Пойдем, пойдем в часов. Да, пойдем. Постараемся успокоить Валентину. Помолимся. Вы что? Пойдем. Вы что воображаете, что... Что мама принимает отца там в маленькой гостиной и беседует с ним на вашем обычном языке. А вы думаете, после всего, что произошло с Лилиан, Валентина бросилась ему на шею? Знаете, я полагаю, что все, что происходит здесь на земле, доходит туда в очень туманном виде. Ну как она могла к нему броситься на шею, если у нее кожа высохла, а кости лежат на кладбище? Ну, зачем? Ежели Господь дал нам тело для жизни на земле, то он мог дать и другое, да, было проще. Конечно, Шарляги совершенно прав. А почему папу должны там плохо встретить? Он был единственный человек, который трудился и трудился ради всех нас. Я благодарю тебя, Виктор. Браво, Виктор, браво. Я знал в Бухаресте одного оперного хориста. Тот всегда тянул ноту дольше всех. Ты же его отчитывал. Что такое? Неужели вы не чувствуете размера? Харист отвечал: я не халтурщик, я делаю свою работу. Так вот, вы, Виктор, вы не отделываете свою работу. И запели со всеми в такт по партитуре. Браво, Виктор, браво, браво. Не надо. Простите. Я хотел бы видеть... Скажите, дедушка лежит в спальне? Не думаю. Мы тоже его ищем. Ищите? Твой дед, Гийом, умер, сидя в кресле. Вот. Да. Вот на этом самом месте. Гийом, проводи меня в часовню. Ой. Виктор, поддержи меня, Артанс, и разделяю твое горе. Мари Бланш, идем со мной. Нет, я останусь здесь. Я должна видеть выражение папиного лица, когда он сюда войдет. Мари Бланш, пойдемте, помолимся. За кого? За кого? И они думают, что я пойду с ними на похороны, что я надену черные перья и нацеплю на себя
Черный костюм, украшенный серебряной тесьмой, как попоны на лошадях, впряженных в похоронную колесницу. Ну, так принято. Белые надевают, когда идут под венец, и черные, когда... Ладно. Ладно, я согласна, я одену черный костюм, но при одном условии, если отец оденется в красное, как палач. Мари Бланш, у вас страсть к мелким скандалам. Вы не беспокойтесь, я вырасту и стану устраивать более крупные скандалы. Вообще, Мари Бланш, нет ни мелких, ни крупных скандалов. Есть один единственный скандал. Какой же? Наша жизнь, все наше существование, рождение, за которым обязательно следует смерть. Конечно, когда умирают твои ближние, в этом нет никакого скандала. Но твоя собственная смерть – это скандал. Даже если дедушка и покончил с собой, то все равно в его смерти я виню папу, потому что папа желал ему смерти. Да, вы правы, Мари Бланш. Даже мать, родив ребенка, виновна в его смертном конце, раз она знает, что смертный конец неизбежен. А ребенок, даже в глубокой старости, имеет право сказать матери: я обвиняю мать в том, что мне предстоит умереть, потому что не появись я на свет Божий, я не познал бы ужас смерти. Знаете, от вашей философии меня тянет к арифметике. 2 плюс 2 – 4, 4 – 4 – 8, 8 и 8 – 16. Что я должен сделать? Пойдите, скажите, что она может так продолжать сколько угодно. 8, 8 – 16, потом 32, потом 64. Цифры бесконечны, потому что они никуда не ведут, возможно. А мы-то с тетей Артан считали, что все улажено. Поедемте, Лолот. Не дожидаясь Адольф? Ну, вы же знаете, что и как он скажет. Вы опять впадаете в ваше обычное безразличие. Зачем вы задумались? Я думаю о том, как через 1000 лет какой-нибудь ученый, глядя на прострельный череп Ленуара, представит себе, как жил и умер этот человек. Эй, вы, полицейского нету? Видите? Вы слышите, мама? Позовите Жозефа. Может быть, дедушка не окончательно умер? Я хочу перед тем, как отправиться в неизвестность, спокойно съесть свои сухари. Есть хочу. Выстрел. Вы не слышали выстрела? Как это я не слышал? Я-то слышала. Адольф его уже не слышал. Адольф? Он отдал свой пистолет, я немедленно выстрелил. Кого же? Это нелепый вопрос. Как это в кого? Когда вас двое, один из вас должен быть убит, то вы стреляете в другого. Он убил Адольфа. Дед не дал себя убить, он прихлопнул Адольф. Мне ужасно хочется есть. Сначала у меня был пропал аппетит, а сейчас ужасно хочется есть. Просто хочу есть и все. Это чисто нервное, наверное. Насколько я понимаю, Адольф попросил вас сделать то, что должен был сделать сам. Ага. Я так и поступил. Ну, только наоборот. Ну, это для кого наоборот, а для себя-то правильно. Посмотрите, какой день. Как прекрасно светит солнце. А, Жозеф, Жозеф, Жозеф. Пожалуйста, месье. Мама, мой дорогой Жозеф. Чего же это прелестно обжигаться? Ой, мой
дорогой Жозеф, как я думал о вас всю ночь. Я боялся, что я никого из вас не увижу. Пожалуйста, не уходи, Жозеф. Не уходи, ладно? Я здесь, Жозеф. Подумай только. Когда отныне я буду пить кровадос и утром, и днем, и вечером. Мог лишиться любимых вещей. Лангуста, паштета из зайца, старого бургундского. Жозеф, дайте мне кровадос. Но ведь что будет с несчастной семьей? Постепенно все наладится. Видите, с Адольфом же все в порядке, но все так мучительно переживал. Успокоился. Баба, вы понимаете весь ужас положения? Уходи. Кальвадос. Но ведь вы убили Адольфа. Можно и так смотреть на дело, но у меня другое мнение. Какое же? Адольф не убил меня. Но ведь вся семья будет рыдать от горя. Ну, конечно. Все очень хорошо относились к Адольфу, я тоже, все его любили. Бедный Адольф. Он так мучительно все переживал, так переживал. У меня за него душа болела. А теперь успокоился. Бабу, скажите что-нибудь. Дедушка, дедушка, вы кокнули собственного зятя. Да, минут 30 там назад, вот на этом месте. Ой. Для чего мое кресло удобное? Было темно, я выстрелил, в темноте это сделать нетрудно. Бабу, скажите что-нибудь, он сведет меня с ума. У меня не было выбора. Или он, или я. Я все сделал, чтобы был он, а он, чтобы сделал, чтобы это был я. И выиграл я. Я всегда выигрываю, Валентина это знала. Покупку лотерейных билетов она всегда поручала мне. Бабу, вы не находите, что я прожила очень спокойную жизнь? Отвечаю за законы природы. Паук жрет муху, птичка лопает паука, мы съедаем птичку, а боженька глотает нас. Жозеф, в этой цепочке остановимся на пороге боженьки. Вы, пожалуйста, приготовьте мне к обеду перепелочку. Да. Сейчас не сезон, месье. Терпеть не могу разговоров о сезоне. Они мне напоминают о том, что жизнь идет, и вдруг сразу останавливается. Не хочу. Перепелку. Сегодня ночью Бог промахнулся. Так со мной тоже бывает на охоте, когда я промазываю перепелочку. Бог сегодня промазал. Он выстрелил, но убил другого. Боженька, промахнулся! Но вы пляшете, месье Ленуар. Прыгаю, прыгаю, как заяц, который не попал в паштет. Бабой, дед сошел с ума. Не, просто жив. Просто жив, а должен был лежать распростертым. Я двигаюсь, а должен был стать трупом. Мой собственный труп дышит. Дышит. Если бы я мог петь, я бы пел. На небе не облачко, трава зеленеет, птички поют. А Адольф лежит бездыханный. Верно, бедный Адольф. Если бы я мог решить как-то вопрос иначе. А куда вы дели труп? Растворился.
Жозеф великолепно работает. После его уборки не найдешь и соринки. Что вы скажете вашей дочери, Виктору, детям, внукам? Ничего не собираюсь говорить. Ах ты так, но они же будут вас расспрашивать. Вам придется им отвечать? Я не собираюсь никого слушать. Нет. Жозеф, позовите моего полицейского. Он спит, месье. Разбудите. Ожидая вас этой ночью, месье, он выпил 2,5 бутылки вашего ликера. Это беда, это беда. Вызовите другого полицейского. Если нужно, поезжайте за ним в моей машине. Я тороплюсь, я очень тороплюсь. Вы понимаете, княгиня? Нет. А я не хочу спорить с ними и быть вынужденным перебить всех членов семьи одного за другим. Нет, это не дед, это стихийные бедствия. О, я дошел до точки. Я дошел до точки, и гроза неминуема. Почему? Почему у тебя такое выражение лица? Значит, вы не умерли, дедушка? Что же это, все меня будут встречать такими словами? Вы не умерли, дедушка? Неужели же никто не скажет, вы живы? Значит, папа не решился. Значит, папа не решился. Ох, князь, кажется, все оборачивается лучше, чем я думал. Значит, папа не решился. Зато дед решился. Он пристукнул того другого. Кого того? Своего зятя. Какого зятя? Я так и знал. Значит, выстрел, который... Значит, выстрел! Он должен был раздаться с севера на юг. Раздался с юга на север. Незначительное изменение направления. Дедушка. Дедуля, вы чудовище. Вы чудовище. Жозеф. 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 Дайте мне моего полицейского. Дайте мне сюда моего полицейского. Вы считали, что лишь привычка связывает вашу семью. Но посмотрите, какой крепкой оказалась эта связь. Теперь я буду следовать за вами повсюду. Шарль Агюст! Оставьте меня в покое. Я хочу поплакать одна. Если она даже попробует удрать, ей далеко не уехать. Я у всех машин проколол покрышки. Надеюсь, что мою машину вы пощадили? Все. Так было вернее. Бобо, теперь мы остаемся. Похороны Адольфа обещают быть занятными. Ничего не могу понять. Еще Адольфа, а его нет. Бедный Виктор. Я хотел договориться с ним, кого из врачей вызывать. Ведь время не терпит. Бедный Виктор. Я понимаю, ему захотелось побыть одному, я представляю себе его состояние. Но ведь надо постараться избежать осложнений. А он, не говоря ни слова, исчез, в комнате его нет, и я ничего не знаю. А что вы хотите знать? Куда он
По крайней мере, куда он унес, как сказать. Я не нахожу тело. Тело вашего отца? Оно только сейчас было здесь. Как, он приносил его? Да нет же, Виктор, тело само пришло. Да, тело пришло само. Само? Виктор, произошла катастрофа. Ваш отец жив. Адольф промахнулся? Нет. Дед попал в Адольф. Дед попал в Адольф? Дед попал в Адольф. Дед попал в Адольф? Дед попал в Адольфа. Дед попал в Адольфа. Он понял. Виктор понял. Виктор, вы все в ужасном положении. Не хотите ли вы сказать, что да. Адольфа... Да. Именно. Черт побери, значит, отец... Да, да. Вот его остатки, то есть остатки его завтрака. Папа выстрелил в Адольфа. Да, было два выхода. Отец выбрал именно этот. Меня мутит, я пойду приму ванну. И что же Адольф? Думаю, в этот момент Адольф общается со Всевышним. Но ведь это катастрофа. А ваш отец в восторге. А что делать нам? Ну, вы-то что про это думаете? Нам крышка. Ваш отец бодро смотрит в будущее. А где он? В своей комнате, греется на солнышке и ждет полицейского. А мне... Что делать мне-то? Я так надеялся выспаться. Люди всегда так. Как только жизнь становится увлекательной, они хотят выспаться, напиться или помолиться Богу. Я ужасно устал. Да, вам действительно не везет. Что верно, то верно. Вот уже 2000 лет, как людям не везет. Да. Чикагский миллиардер не может быть счастлив, если мораль проповедовал пророк из Палестины, любивший нищету. Вероятно, вы правы. И почему люди так упорно добиваются счастья на этой планете, которую называют долиной слез? А я потону в этой долине. Говорят, что Земля всего-навсего сортировочный пункт по пути в загробный мир. Ну, пусть так, но почему этот пункт должен быть таким унылым? Ужас. Тем более, что, может быть, загробного мира нет. А я вообще ни о чем не хочу думать. Я устал, и все. Трагедия 20-столетий заключена в словах, которые многих людей довели до отчаяния. Братья, надо умирать. Вы дьявол. Нет, помню, что когда-то был ангелом. Вы дьявол. Все это страшный сон и кошмар. Вы утешились уже верой в дьявола? Меня ничего не может утешить. Ни во что я не верю. И пойду спать. Бесцельно говорить с кем-нибудь серьезно, кроме как с самим собой. Я прошу тебя, выпей шоколада. Выпь... Князь. Князь, скажите ему, чтобы он выпил шоколада. Ну, если он не голоден. Надо есть, даже если ты не голоден. Зачем? Как зачем? Чтобы жить. Зачем? Но если не живешь, то... Откуда вы знаете, что происходит, если не живешь? Хоть он и князь, и именно потому, что князь, не зная он всех наших семейных историй, я бы настояла на его отъезде. Я прошу тебя, выпей и съешь чего-нибудь горячее. Я лучше пойду посмотрю, что делает Мария Платоновна. Правильно. Следи за ней. Теперь, когда дома все в порядке, поторопись со свадьбой.
из-за траура она обойдется недорого и без особого блеска. А когда женишься на дочери Ленуаров, незачем пускать пыль в глаза. Все и так знают, что здесь денег много. Я видел Робек Ленуара. Он брился? Нет. Он был неподвижен и напугал меня. Ты ему поклонился? Он не ответил. Поставь себя на его место. Я не решился с ним заговорить. Ты правильно сделал. Вид у него был, как бы это, лучше сказать, подавленный. Бедный Адольф. Кстати, надень черный костюм. И как можно скорее покажи, что ты член семьи. Вы бы видели его неподвижный взгляд. Меня пробрала дрожь. Сухарики. Сухарики с жареными мозгами. Бедный. Бедный Ленуар. Он их так любил. А я тебя прошу, выпей чего-нибудь горячее. Тетя, я лучше пойду посмотрю, что делает Мари Бланш. Тоже хороша. Теперь будь нетерпелив, как кюре. А когда поженитесь, прикрути ее. И здорово прикрути. Никаких платьев, никаких парикмахеров, никаких балов. 2 раза в год в оперу. А когда будешь ездить на охоту, бери ее с собой, заодно с собакой. Что нового, Жозеф? Насколько мне известно, графиня, ничего. Какой прекрасный день. Как легко дышится. Да. Солнышко сегодня ласковое. Я хорошо знаю Адольф. 2 ночи ему будет все сниться. Потом он себя переборет и все забудется. Одна? Одна. Только не надо. Не подходите ко мне. Все знаете? Я думала, что вы уже прибыли. Куда? Туда. Наверх. Наверх? Я только что оттуда. Уже? Мне скучно одному. Одному? Никого не встретили? Никого. Поразительно. Я хотел с вами посоветоваться. Расскажите. Расскажите мне все. Когда вы думаете повидаться с Богом? Как можно позже. Вы не очень любознательны. Беги! Вы меня боитесь? Не подходите ко мне, да. Из-за Адольфа. Вы на него сердитесь? Я не... Что? Он пытался выкрутиться из положения, как никто другой его понимает. Что? Мсье Ленуар, вы стали просто ангелом, мсье Ленуар. Вы знаете, Артанс,
Может быть, я вас плохо знал, но вы тоже очень сильно изменились. Это как-нибудь в другой раз. Вы что, собираетесь прийти к нам еще раз? Нет. Нет, месье Ренуар. Вам не место среди нас. Вы должны отправиться туда, куда вас призывают. Не хочу. Как же семья? Плевал на семью. Они умрут от страха. Вот и тем лучше. Значит, за вами никто не приходил? Конечно, пришли. А почему вы здесь? Вам надо посоветоваться. С кем? С этим? Моим ангелом-хранителем? Да. Ах, такой фрукт. Он спит, вообще ему наплевать на меня. Наплевать? Да. Боже мой. А я уже сказал им. Я вызвал другого полицейского. Там тоже есть полицейский. Впрочем, это очень хорошо, мсье Ленуар. Значит, и там порядок. Мсье Ленуар, вы должны немедленно отправиться туда, а потом мне рассказать все. Я не совсем спокойна, но мне как-то тоже захотелось туда. Вот я не решаюсь. Глядя на вас, все кажется так просто. Ведь о смерти рассказывают такие ужасы. Ну, минутное дело. Пиф-паф. Привет. Ты уже на небе. Вы очень легкомысленно себя ведете, мсье Ленуар. Вот уже час, как все это произошло, вы еще здесь. Ах, да чего же мое кресло удобное? А? Нет, сидите. Что вы, сидите. Ах, сухарики, бараньи мозги. Я по-прежнему все это очень люблю. Ну, ничего, мсье Ленуар. Я это поем за вас, как и за Люсьена. Спасибо, вы очень добры. Но мне очень хочется вам помочь, мсье Ленуар. А вы не согласитесь сопровождать меня? Куда? Ну, конечно, настанет час, мсье Ленуар, я отправлюсь с вами. Нет, немедленно. Люсьен меня простит, но я предпочитаю немножко подождать. Сильдуар, а вот когда я туда прибуду, меня будут там называть графиней. Конечно. Я, конечно, я могла бы отправиться с вами немедленно, но я не решаюсь. Нет, я не решаюсь. Я буду за вас молиться. Артанс, сейчас заказывать обо мне молебень, это выброшенные деньги. Ну, не может быть. Я расскажу это Кюре, он будет очень удивлен. Кюре вам скажет все, что угодно. Ему нужны деньги, чтобы оплачивать свою горничную. Тихо. Никому не говорите, что я приходил к вам. Ночью я спрячусь в вашей спальне, и на заре, если вы захотите, мы вместе отправимся в путь. Идем. Уходите один! И передайте Люсьену, что я его целую крепко-крепко, и пусть он меня ждет. Артанс! А! Ты что, ты разговариваешь сама с собой? Нет.
Констанс, обними Гийома. Он молодец. Я ему в часовне все рассказала. Он одобряет отца. Я хочу видеть папу, если он в этом нуждается, заверить его в своей поддержке. Мари Терес, но новая катастрофа. Нет, я не хочу никаких катастроф, я очень устала. Душа деда недовольна. Ничего, мы закажем молебен за упокой его души. Вот это ни к чему. Ну почему? Там, наверху, они уверяют, что это ни к чему. О, Господи, Артанс. Наверху? Да. Да, и это еще не все. Дед еще не на небе. Откуда ты знаешь? Сам только что мне рассказал. Что? Да. Он не решается встретиться с Валентиной и предпочитает оставаться в замке. Каждую ночь он будет бродить по коридору. Ой. Говорит, очень разумно. Одет прилично, нет простыни, нет цепей, этого ничего на нем нет. Тетя, вы просто переутомлены. Я умоляла его вернуться на небо, но он не хочет. Боится Валентины. У вас галлюцинации. Я разговаривала с ним, и он мне отвечал. И Люсьена он еще не видел. Ты просто сошла с ума. Тетя, вам все это приснилось? Во-первых, мне никогда ничего не снится. А кроме того, вы сами его встретите. Нет, я не хочу. Ага, не хочешь? Вот видите, замок, который вы построили, превратился в исторический. В нем, как и полагается, поселилось привидение. Вот так всегда и появляется привидение. Когда в доме совершается преступление, жертва бродит по нему веками. Во всех аристократических семьях бывает именно так. Я вас не понимаю, тетя. Самоубийство – это не всегда преступление. Это я вам говорю как офицер. Он мне еще раз сказал, что поссорился там с полицейским. И что полиция там при входе или при выходе, вот это я забыла, следит за порядком. Адольф. Отец. Что такое? Отец, я хотел сказать, что... Что? Если бы я оказался в подобных обстоятельствах, я поступил точно как вы. Не колеблюсь ни минуты. Не надо говорить отцу, что убили бы его без колебаний. Что ты, Артанс, что ты? Это не совсем то, что я хотел сказать, тетя. Адольф, я перед тобой преклоняюсь. Боже мой. Адольф. Да чего же у тебя грустный вид, Адольф? Тетя, вы мне очень нужны, там с Мари Бланш что-то... Сейчас. А ты, Адольф, держись. Я должна предупредить тебя, что Артанс дошла до такого состояния, что ей почудилось привидение моего несчастного отца. Давно? Только что. Да. Здесь. Что он ей сказал? Что он пока не решается встретиться с Валентиной, и что он не хочет покинуть замок. Он врет. В этот самый момент он пытается удрать отсюда. Как? Отец. Бред. Вы верите в привидение? Да нет никакого привидения. Ничего не произошло. Как? Что вы хотите сказать? Ваш дед... Негодяй! Он не умер. А я дурак, он выстрелил в меня. Его пуля я потерял сознание, а он удрал. А мама мне сказала... Он выстрелил в тебя! Но пистолет ведь был у вас. Я счел более благородным, чтобы он сам. Никогда в жизни больше не буду проявлять благородство. Так.
Все надо начинать сначала. Все начнется сначала. Боже мой, процесс, каторга. Вот именно. Кто пойдет на каторгу? Вчера вечером пошел бы он, а сегодня мы оба. Ой, я просто киплю от возмущения. Ведь это же ужас. Какой ужас, а, отец? Он решился, боже. Страх придает людям мужество. И в этот самый момент он пытается, наверное, удрать отсюда. Возможно, вместе с Мари Бланш. Как? Если они уехали, я их догоню. Если здесь они, разрешите? Будьте благоразумен, Гийом. Пожелайте мне просто удачи. Но ведь это же полная катастрофа. Ах, бедная Не говорили, вы умерли. Ты считаешь, что без этого мало несчастья? Но папа рассказывал. А как он переносит мысль о моей? Не очень тяжело. А мы так жалели его. Я так молилась Богу. Я так много хорошего рассказала о нем. Адон, все начинается сначала. Мари Терез. Пойдите, примите ванну, поспите. Насколько я теперь понимаю, в вас он тоже не попал. Да, мы оба промазали. Пострадала только моя рука. Я потерял сознание, когда пришел в себя, его уже не было. Повязку наложил Жозеф. Прошу прощения, месье. Каково распоряжение относительно стрельбы? По голубям. Жозеф, ты великолепен. Даже немного перестарался. О, прошу прощения, разве когда произошел выстрел, месье, не упражнялись с месье в стрельбе по голубям? Довольно, Жозеф! Прошу прощения, месье, мне показалось, что месье дискутирует с месье Виктором относительно истории замка и его предания. Вам не кажется, что он слегка издевается над нами? Он только первый. Да. А потом будут другие издеваться. И много других. А ваш отец, вероятно, для того, чтобы не чувствовать себя в одиночестве, попросит меня сопровождать его в тюрьму. В тюрьму это слишком. Ну как, Виктор? Бабо, посмотрите, в этом ликерном доме мертвецы живы или живы мертвы? Ничего не понимает, чертов ликер. Я опять пьяна? Мы пришли распрощаться с вами. Я просил Виктору отвезти меня к вашему гробу, чтобы проститься и с вами. Я только ранен. Пуля попала в руку моего Шурина. Вы разрешили все это дело дуэлью? Назовем это так. По-моему, они нас не любят. Значит, когда вы попытались отправить деда на тот свет, он отскочил в сторону? Где этот попрыгунчик? Мне бы хотелось обнять его на прощание. Кюре требует, чтобы немедленно был отслужен молебен с тем, чтобы успокоить привидение. Пусть звонят все колокола, указывая ему дорогу на небо. Ты что, объявила о смерти в деревне? Да. Ведь его все так любили. Его будут заплакивать в каждой семье. Что? Я бы хотела. Я даже не знаю, что бы я хотела. Потому что я слишком хорошо знаю, что я хочу. Мария Тереза, успокойся. Кюре заверил меня, что он помолится. Вашего отца пустят в рай сегодня же. Я вам это обещаю, сказал он. Хорошо, твое привидение. Ты в него не веришь? Ну? Ой.
Вот он. Не входите сюда, мсье Ленуар. Ваше место там. Ну что, видели? Дедушка, ну, дедушка, войдите, я прошу вас. Мне неприятно. Ничего, мсье Ленуар. Сейчас зазвонят все колокола, и вы тихонечко подниметесь к ангелам. Вам разрешено садиться? А почему меня об этом спрашиваете? Я по-прежнему глава семьи. И к тому же могу вам рассказать о последних минутах Адольфа. Он мужественно решил исчезнуть первым. Стреляйте в меня, сказал он. Я должен пожертвовать собой ради главы семьи. Вот как... Вы не умерли. Ты, вероятно, понимаешь, папа, что мы все удручены. Как? Он такой же, как и мы? Он что, не покойник? Тетя, в семье явный беспорядок. Мсье Ленуар, я же ношу траур по вас, вы видите? А я по папе. Жозеф, Жозеф! Вот. Вот он, начинается по вас молебен. Чего? Молебен? Какой молебен? За упокой вашей души. Артанс, ну вы чудовищны. Ничуть. Вы чудовище. Вас чествуют наверху, а вы на земле бесчестите семью. Ой, дедушка, радуйтесь. Редко кто услышит похоронный звон по себе. Жозеф, почему меня не арестовывают сейчас? Почему меня ведь хотели арестовать ночью? Почему меня не арестовывают сейчас? Где тот человек, который хотел это сделать? Звоните, когда я помру. Прекратите. Прекратите немедленно. Тетя, вы что, платили все деревенские колокола на весь день? Я так была счастлива, что мсье Ленуар отправился в рай. Он там встретился бы с Валентиной, с Люсьеном. Ой. Я обещала звонарю бутылку ликер. Жозеф, ну тащи же сюда полицейского. Жозеф, меня долго будут заставлять ждать? Впервые с тех пор, как я нахожусь на службе, месье, я позволяю себе слушаться. Полицейский не придет. Хорошо. Раз меня оставляют без лакея, я все сделаю сам. Жозеф, ну кому мне звонить? Месье, разрешите задать вам один вопрос. Вы слышите колокольный звон? Слышу. Слышал. И все тоже его слышат. Мертвые не слышат, месье. Слушайте, вбейте себе в башку. Я не умер, я жив. И весь этот гвалт, весь этот шум вы подняли зря. Не зря, месье. Делагаль не слышит колоколов, а они звонят по нему. По Делагалю? По отцу Лилиан? Да, по отцу Лилиан, который на все всегда отвечал нет, упрямый человек. Но Богу не скажешь нет, особенно когда он призывает вас к себе, и Бог призвал его. Сказать человечески. Что ты хочешь сказать? Сегодня ночью Делагаль был при смерти. И он тоже. 10 минут назад он скончался. А это всегда так говорят, а... Я лично не верю в смерть. Я попросил кюре дать мне об этом знать колокольным звоном. Так это вот Артан все перепутал. Все, вы знаете, как я ревниво отношусь к своим обязанностям.
Умер главный обвинитель? Значит, все устроилось? И дед спасен? Все. В этой истории нужно было, чтобы кто-нибудь умер. И сейчас все устроилось. Спасибо. Спасибо, Жозеф. Даже если Делагаль умер, это не аннулирует ордера на арест. Совершено преступление. Мы обсуждали сегодня с вами ночью эту возможность. Положение спасти может только ваша смерть. Да, ваша, увы. Прошу вас, не начинайте все сначала. Бог хотел, чтобы кто-нибудь умер. Меня ему не удалось заполучить, вас тоже. Ему достался Делагаль, и теперь все в порядке. Жозеф, принесите-ка мне соломенную шляпу. Простите, месье. Простите. Месье Адольф, разрешите. Ордер на арест месье Поля Альбера Ленуара, а также все документы полицейского находятся у меня. Когда тот проснется, вы сможете спросить этого проходимца, что он делает в вашем доме, и вызвать жандармов, его арестовать. Жозеф, вы гениальны. Глупо. Они пришлют двух новых полицейских. Это займет некоторое время. А сегодня к полудню, месье Адольф, вы сможете предоставить следователю еще один очень важный документ. Выкладывайте все. Прошу прощения, месье. Я сумел завоевать нежную любовь мадемуазель Лилиан. Что? Знаете, все-таки могли бы спросить у меня. Но я вас прошу. Подождите. Ну так что? Ее мать слепо следует всем моим советам. Эта женщина страдалась, особенно в последнее время, от дикого упорства мужа. Но я не скрыл от нее, что женюсь на Лилиан. Прекрасная мысль. Она может быть очаровательнейшей горничной. Если не будет той пресловутой жалобы, того иска, той пресловутой жалобы. Вы сами понимаете, что я могу жениться на женщине только с безупречной репутацией. Вот Лилиан подписала письмо, которое я составил, где она обвиняет своего отца в том, что тот силой заставил дать ее ложные показания. Адольф, мы забываем, что все женщины лживые. В какой-то степени. Ну и что же? Она предстанет перед судом за обман правосудия. Месье Виктор, она несовершеннолетняя. В этом-то все и дело. Кроме того, мать Лилиан, которую не вызывали для свидетельских показаний, эту серьезную ошибку допустил следователь, которая только что узнала обо всей этой истории, пишет сейчас возмущенное письмо судье, обвиняя своего мужа в том, что тот все подстроил, просто подстроил это дело. Ну, Жозеф, вы не только убирали дом, а и навели порядок в семье. Дворецкий, если вы любите путешествовать, я вас забираю с собой. Простите, мадам. Сегодня ночью вся ваша семья думала о своей собственной трагедии, и никто не подозревал о моих трудностях, хотя все было давно подготовлено, и только Делагаль никак не умирал. И, наконец, врач сообщил мне ободряющие сведения. Слушай, а почему прекратился колокольный звон? Вы уверены, что он действительно умер? Я должен предупредить всех, что Лилиан еще не дала согласия на нашу свадьбу. Она считает, что ее положение ниже моего комплекса. Но я мог бы побороть ее колебания, если бы наше положение сравнялось. То есть, если бы у нее было приданное. Вы получите приданное. Оно должно равняться 1 000 000 франков. Что? Миллион? Вы что, с ума сошли? И в довершение всего вы еще получите Лилиан? Нет, дорогой мой, я предпочитаю отправиться в тюрьму. Я даю половину. Половину? Вы получите 1 000 000. Но учтите, Жозеф, что приданое вы получите, когда все будет закончено. Когда вы хотите получить сумму? Сегодня же. Сегодня же.
Я вам вручу оба письма, ордер на арест и бумажник полицейского. Еще. Я люблю обо всем договариваться точно. Внезапный отъезд обвинителей только поможет делу, то есть мне придется покинуть город. Таким образом, я остаюсь без места, а моя супруга хочет, чтобы я работал. Совершенно случайно я узнал, что должность представителя ликера Ленуар в Мексике вакантна. Я имею честь просить вас предоставить мне эту должность с соответствующим повышением оклада всего на 10%. Вы не понимаете, чего вы просите, Жозеф! Жозеф, ты перегибаешь. Разве я не дал вам всем возможность убедиться в моих организаторских талантах и в моей глубокой преданности всей вашей семье? Ладно. Поезжай в Мексику. А как же показания, деда? Мадам, это устарело. Месье Адольф, я готов обменяться подписями и документами. Если мадам меня попросит, я все же могу подать завтрак. Если вы позволите, Жозеф, я займусь похоронами месье де Лагаль. Мадемуазель, мы увезем его тело с собой. Увезете с собой? Каким образом? В машине, мадам, в машине. Не забывайте, что это мой тесть. И я хочу, чтобы его прах покоился в моей деревне. Ну, Мари Тереса, чем это не Трафальгарское сражение? Не говорите о Трафальгарском сражении, тетя. Там мы потерпели поражение. Разве? Да. Тетя окончила школу в Англии. Бабо, вы не находите ужасным, что вся эта история кончилась так хорошо? Жозеф! Жозеф, спасите же! Вы что, с ума сошли? Немедленно извинитесь перед вашим дедом! Жозеф, он чуть вас не разорил. Отдайте. Отдайте мне эту игрушку. Поцелуйте вашего деда! Ну что, может не умирать? Как я рада! Тот, кто должен был умереть, уже умер. Как я рада, дорогой папочка, что наконец нашелся выход. Иди, Гийом, иди. Так что же произошло? Ничего не произошло. Никогда ничего не происходит. Вот. Это объявляют, что он уже вошел в рай. Нет, месье. Это объявляют о моей помолвке. Нет, но вы представляете, что было бы со всеми нами, если бы он действительно умер? Мне так хотелось, чтобы вы сегодня встретились с Люсьеном. Успеется, успеется. А вы его тоже увидите.